22 число у нас сейчас. Окей, значит, оно сейчас будет 23. Так, осталось 10 дней. У нас 10 тысяч йен. Надо будет закупиться от души. Приготовиться к босс-файту, скорее всего. К последнюю часть данжа, наверное. Ну, я надеюсь. Так что, погнали спать. И потом все остальное. Блин, уже суббота. 23 число. В последнее время что-то происходит, всякое разное, ну, всякие инциденты, ну и не говори. Так. Какие-то проблемы в каком-то... Забыл слово. Сейчас, секунду, посмотрю. Мне лень в последнее время идти за покупками, типа того, в выходные я тупо сижу на заднице, ничего не делаю. Да, я могу тебя понять. Мне тоже никуда не хочется даже в выходные идти. Сижу дома. Блин, ленивая задница. Давай по-английски. Я уже разобрался. Слышал ты, кстати, о какой-то телепередачи по воскресеньям, где там продают всякое говно. А, да, я тоже ее смотрю. Там очень много всякого разного добра продают, и некоторые из них довольно полезны. Короче, ТВ-шоппинг, как это срань называется. Я думаю, тебе стоит проверить на эти выходные тоже. Может, там что-нибудь интересное тоже будет. Кстати, надо бы и самим попробовать тоже. Да, это очень популярно, потому что тупо звонишь по телефону, и потом тебе все доставляют домой. Да, прямо Танако вспомнился из... Персона 5. Фу, 5. Кстати, а может быть, он тот же тут будет продавать всякое говно. Как бы я вообще не удивлюсь. Так что все нормально, ребят, все нормально. Так. О! Интересная встреча, что ли? Да. Так, что-то насчет ужина. Фу, ужина, блин, завтрака. Так. Ну что, сегодня идем в замок. Я еще не решил. Короче, зовет сразу в замок. А что такое? А у тебя дела, что ли? Ну, ладно, неважно. В любом случае, захочешь в замок, я буду ждать на нашем обычном месте. Мы сможем сразу же пойти туда, как только ты придешь, если что. Окей.
Нет, мне сначала нужно закупиться, а потом мы пойдем в данж. О, у нас урок. Внезапно. Так. Волейбольное состязание. Камашида Куна там сильно прямо сиял. Господи, сейчас какая-то срань будет, я себя чувствую. Зачем я вернулся в реальный мир? Так. Он все-таки всемирно известный игрок был. Да. И очень многие его уважают. Спасибо, мы это знаем. Время блеснуть. Спорт еще с древних времен. Ну, короче, люди его любили и, собственно, всегда, всегда, как это сказать, чувствовали этот какой-то заряд бодрости, короче, давал и так далее. Восхищались. Так. Экзамены? Нет, какие экзамены? У нас тут пару уроков было. Что насчет того, что устраивались всякие разные фестивали, ну, точнее, празднования. Персона 3. Ну, Персона 3 был давно. Да, ну, хорошо. Сейчас уже пятая. Нет, я не из России, я из Италии. Так, Мишима, ты знаешь насчет что-то насчет Олимпийских игр, насчет их открытия? А чё, я? Так. Да, ты. Похоже, он не знает ответ. Мне что, придется ему подсказывать, что ли? Я с ним вообще никак не связан. В конце концов, ты же в клубе спортивном состоишь, поэтому ты должен, наверное, об этом всем знать. Не знает. Не знает. Это очень плохо. Меня плохо слышно? Сейчас я сделаю потише. Ребят, звук что, слишком тихий? Микрофон сделал потише игру. Мне очень жаль, Сумимасэй. Не знает. Да, похоже, ты со спортом не особо все-таки ладишь. Ой, а чё я? Ну, слышь, ты вон там. Ты не особо игрок, но все же. Может, ты знаешь ответ? Откуда я могу знать? Так. Короче, что-то типа важная часть Олимпийских игр, типа того. Варианты есть такие. Еда, что ли, типа готовка, но музыка, танцы и бодибилдинг, что ли. Ну, бодибилдинг, наверное, как-то связано с Олимпийскими играми и так далее. Потому что вроде бы ничего остальное не особо подходит. Готовка точно не подходит. Музыка, танцы. Ну.
Кумари Маштане. Нет? Неправильно? Неправильно. Ну окей, сейчас тогда мы узнаем правильно. Так. Хоть ты и переведен недавно, что ты студент, но должен был знать, что музыка это очень важная составляющая. Но окей. Да, музыка, короче, все-таки. Будем знать. Так. Да. Тогда давно какой-то Неро. Когда стал чемпионом и больше всего результатов он доказал свою силу тогда. В его имя даже песню написал. В каком месте? Не знаю. Нейрон. Да не, не Нейрон, Нейрон. Нет, то же самое. Ладно. Ну, короче, будем знать. Хотя все равно вопрос довольно запутан. Я чигау даро. Что у меня под партой? Мой кот. Я с котом тусю. Так, хорошо. Закупаемся и вперед. Так. Сперва давайте проверим СП, если там еще подают. Ребята, их больше нету. Да. Все очень плохо. Выпей кофе. А, выпей. Молодец. ХП, ХП. Да. Так, что у нас тут? Восстанавливает 80. Это, конечно, хорошо. Какие-то фрукты, что ли, которые продаются только в определенное время, в определенный сезон. Не, ну слишком дорого вроде. Ребят, что скажете, берем вот эти за 960? Да много мы особо не возьмем. Надирает. ХП за 120 и 80 ЗД. На карте есть еще значок автомата. Я уже... А, нет, да, я был. Я был у обоих.
Конечно. Слушайте, вот можно за 300 взять вот эти бутылки на 50 кп. Но есть одно маленькое но. Оно уменьшает у нас навык у ворота. Да, но проблема скорее в том, что его нельзя использовать вне боя. Вот в чем проблема. Так что это не подойдет. Потому что если уменьшает навык оборота, то его во время боя можно использовать. Так что это не вариант, скорее всего. Все-таки не вариант. Нет, только во время боя его можно использовать. Так что это вообще не вариант. Что за... Затраться. Возьмем 50 штук. どれにしますか？Я пытаюсь, может найду еще что-нибудь. Как мне еще пошастаю. Стоять не туда. Теперь в данж. Уже работал, подработал, точнее взять. Слушайте, тут продать есть что. Лучше что-нибудь на защиту.
вранье. Ешь, дуранисон, да? Блин, вот это хорошо. 40 от физика. И магия 7. Суга. Короче, ребят, мне нужны деньги. Да нет, это их можно будет использовать для того, чтобы закрафтить потом. А. Соронисуну, дуда. Сука. Что я могу там еще продать? Тут мне нужны ножи. Нафиг. А я какой мы? Ма и даро. Тоже не нужно. А я какой мы? Ма и даро. Суга. Тебе отмычки нужны, но я сейчас их создавать не буду. Не теряю один день. Юс, дуранисон, да? Так. Зоранисон, ковасон, я не буду. Хорошо. Ладно, немного закупились. Прокачали броню. Скажем так. Что? Ну все, ребят, я готов. Йо! Вроде бы ничего не забыл. Казни. Там казнить-то не... Ладно, давай посмотрим. Пофиг. Киа ирете козе! Джока! Маника гойо деска. Я кровожадный, да и заметил. Мирно деска. Аната но кисурена доко де сороку окунау но хонтоу ни ино десне. Дорок суру но деска. Дорок суру но деска. Дорок суру но деска. Да. Все, больше нету. Косе но джикатса. Ке о шико каттай дес. Сагримашо. Блин, ну вот. Кисама дева отстай киремай. Ого, бонус экспы еще неплохо дает. Но 10-й левел нужен. Тут вообще 12-й. Кисама дева отстай киремай. Можно за ангела создать. Блин, ангел, блин, 12-й левел. Да, ангела мы не создадим. Коре де йой но ка? О. О, блин, лед у него есть. Дамбо. Смол его. Блин, Арсена мне придется отдавать. И Инкубуса. Ну, Инкубуса я могу отдать, а Арсена я не хочу. Хотя я его не особо использую, так что пофиг. Суккуба я вот ее не отдам ни за что. Ангел и Суккуб. Да, для... Круто, но нужен 12-й левел. Нарухода. Корева цюй персона дес. Ну... Так, стоп.
Так. Поднимает на 3 хода. Если я... Да, на 3 хода поднимает защиту. Блин, это полезная вещь. Мы сможем забафнуть себе защиту. А, стоп, он же есть этот навык. Тогда фиг с ним. А, нет, это другое. Нет, блин. Так, там буфу. Ну, я знаю, что там буфу, я же сказал, что у него есть буфу. Но вот вопрос, а стоит ли? Да. Я как понимаю, этот скилл можно перенести. Этот уменьшает защиту противника. Блин. Знаете, я, наверное, все-таки его создам. Дебаф противника. Это так навык льда называется. Персонаж же. В каждой игре свои названия. Я знаю, что у меня буфа нет, но Арсена... Сейчас посмотрим. Да, все-таки красиво выглядит. Ну, теперь мне нужен суккубус. Чё суккубус? Инкубус. Да. 2 косаря. Но у меня денег на него нет сейчас. 26-го левела. Где? Где ты видел 20? А, тут. Ты не левел. Вот тут левел уже. Хотя, может, ну тут персоны какие-то другие должны в казни. Ого. Но мы не сможем их создать. Курото. Ну, как вы понимаете, что ее мы создавать сейчас не сможем никак, ни за что. Она слишком жесткая. Ладно, все, валим. Нет, на русском персоны никогда не было и никогда не будет официально. Максимум пиратский русский перевод через 10 лет. А английская версия 5-й персоны будет через полгода. Где будет сраная английская озвучка. Нет, Ктулху. Девочка и мальчик. Окей. Идем на последний этаж. Слишком. Да не, в случае с персоной, персону не переводят вообще ни на какой язык, кроме английского и... Да, кроме английского. Она только на английском бывает и на японском. Ее даже на итальянском, французском не переводят. Как, например, с куча других игр.
Просто JRPG слишком много текста, это большие затраты. Поэтому максимум английский бывает. Редко встречает даже другой европейский язык. А про русский вообще молчу. Ну, Lucky Boy, она мне тоже понравилась. Я считаю ее одной из самых лучших. Ну да, единственное исключение из JRPG это Final Fantasy 15, но это окей, это уже мейнстрим. Так, ну что ж, ребят, вперед. Вот этих двух красных нам не обязательно бить, вот только того. А в третьей что с озвучкой? Ну, и та, и другая есть. Ну, в третьей тоже норм, более-менее. Тут мы еще не слышали нормально английское, но все же. Без ёщ. Это будет не то. Ну, кстати, да, еще нам по Бандай. Ну, как ты видишь, некоторые начали уже, но очень мало пока что. Только такие большие издатели. Атлус. Что ж, а вот и он. Никто. Слушайте, давайте попробуем его взять к себе в пати. Что скажете? Так, дай мне свою силу. Что? Мы враги. Какая сила? Пидор, извиняюсь, ублюдок. Ну, ребят, вот что случается с мини-боссами и боссами, если ты пытаешься их взять себе. Они не такие глупые. Блин, ну было бы круто, если можно было бы боссов взять к себе в пати, все-таки. Ну, жаль. Так, усыпить врага. Попробуем. Не работает. А, сработало! Да ну, мы смогли его усыпить. У меня сейчас защита. Сработало. Да нет, вообще не мешает этот текст. Нет, ты не прав, вообще. Вообще не мешает. Это может тебе кажется с первый раз, но вот если когда попробуешь, самом деле, все просто замечательно вообще. Я тоже так думал поначалу. Готов. На канале. Так. Ну, на руками Ю. Рад, что смотришь и нравится. Но все же не стоило, лучше бы все-таки дождался, чтобы нормально получать удовольствие. Это все-таки не то, вот так играть как-то,
Как бы, если бы я вообще не знал, то я бы тоже не брался бы. Мне, даже мне тяжело, хоть я более-менее нормально. Так, окей, мы нашли второй глаз. Теперь мы можем пойти там все открыть. Так. Хорошо. Мы нашли оба глаза. Теперь можно вернуться обратно. Ну, замечательно. Поюшишь? Блин. Нет. Чё ты баф вообще нёс, сволочь? Блин, как будто шлепок по заднице. Офигенно. Играли так. Ничего удовольствия. Ну, Wild Rose. Как бы, ну, можно и так извращаться. Как бы так можно даже выучить. Я так, собственно, английский выучил. Четвертый персон. Того, что героя отрубили, мы не можем. Так, это тоже не то. Блин, а мне нету. Я в жопе. Полный задница. Так, я вычел английский с Тесса Бливиан, а? Ну, кстати, у него тоже так дофига текста, хорошо. Фигда не такого. О, блин. Опа. Ну, Wild Rose, собственно, и японский точно так же. Как ты видишь, блин! Хорошо, сработало. Умри ты, сволочь. Девятый левел для Рюжа. Так, новый скилл. Так, повышает атаку на 3 хода. Хорошо. Это полезная вещь. Атаку на 3 хода. Я, если честно, потерялся и забыл, в какую сторону мне идти, поэтому я и не понимаю. Но меня пока... Фух, к счастью, нормально. На лестницу. こんなもんでへばってないよな。遅れを取るんじゃないぞ。 Да, вон она сюда.
красиво. Все. Все, ребят, все нормально. Топографический кретинец включился на пару секунд. Пару минут. Проходи мимо. Хочу тратить. Сделал. А эти не нравятся. Обойди. Хорошо. Да, я зря все-таки. Блин, а какие слабости были? Вообще были. Сейчас проверим. Буфу! А буфу нет, да. Это мой первый побег. Кстати. Хочу тратить слишком много сплей. Что? Хотя, да, логично, будет тратиться. Точнее, будет пополняться шкала обнаружения. Ну, так нельзя делать. Такое чувство, что тут вроде бы что-то есть, но на самом деле тут ничего нету.